Бити, открой тот люк, когда этот тип сдохнет. Что, пытаешься геройствовать? У меня контракт на кругленькую сумму, дружок. Скажи Титану, если не откроется, буду стрелять тебе в голову. Пилот в опасности. Зрительная система ограничена. Невозможно установить визуальный контакт с пилотом. Поднимите его. Поднимите его. Теперь видишь? Тут он, тут, вот, да? Теперь видишь? Функции нарушены из-за тяжелого повреждения. Меня не колышет, что у тебя там нарушено. Я знаю, там, внутри, кое-что точно еще работает. Теперь открывайся, а не то я твоему пилоту башку больну. Считать, небось, еще не разучился? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Да, нетрудно было, правда? Главная беда командной работы. Если вместе не побеждаете, то вместе и умираете. Хорошая попытка. Спокойной ночи. Иди отсюда, Ковчег! У нас мало времени! Это пилот!
Круг искажающего орудия слишком мощное. Не удается создать плацдарм, и у нас кончаются варианты. Титан готов. Можешь его вызвать. Ожидание высадки Титана. Привет, Джек. Что ты вернулся целёхонький, BT. Более 25 тысяч деталей. BT-7274 на связи и готов к бою. Пора завершить нашу миссию. Супер, я бросаю на МС все, что есть, но этого не хватит, чтобы вывести из строя искажающее орудие. Заберите в его комнату управление. Всем боевым станциям нужна ближняя огневая поддержка для Купера и Бити. Прикройте их любой ценой. Вас понял. Выполняем. Купер, собирайте на пол, мы прикроем. Вперед! Врага уничтожен. Чрезмерные повреждения. Вижу за целями. Открываю огонь на опасной дальности. Атакует Титан, класс Авангард, РСП ополчение. Вижу! Открываю огонь на опасной дальности. Я бросаю на МС все, что есть, но этого не хватит, чтобы вывести из строя искажающее орудие. Заберите в его комнату управление. Командир Брис, все боевые станции. Нужна ближняя огневая поддержка для Купера и Бити. Прикройте их любой ценой. Вас понял. Выполняем. Сейчас собирайте на пол, мы прикроем. Вперед! Прижу за целями! Thank you.
может отключиться. Атакуйте, внимание! Требуется батарея. Замечен вражеский титан. Атакуем. Титан врага уничтожен. Вижу! Открываю огонь на опасной дальности! Опасность.
впереди. У них ковчег. Двигайся дальше. Мы должны любой ценой предотвратить залп искажающего орудия. Иначе погибнет планета Гармония. Наемники доставили ковчег. Приготовьте искажающее орудие. Активация систем питания искажающего орудия. Питание на маяки наведения. Задать место. Планета ополчения Гармония. Ситуация систем нацеливания. Гармония. Координаты 264,588 заданы. Получил свои деньги, близко. А теперь ступай. Теперь очередь моей армии. Вовремя зачесали. А, что, пытаешься геройствовать? Он твой. Забирай, что останется. От него едва ли что-то останется. А этим я займусь из атак. Купер, знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Куча легких денег. Инжектор ковчега закрыт. Выходим на этап один. Гидролазер, не сбежишь, зараза. Спокойной ночи, урод. Система Фрипорт. Целевая планета. Гармония. Сильное повреждение корпуса. Внимание! Реактор нестабилен. Требуется батарея. Прошла этап 2. Координаты заданы. Система Фрипорт. Целевая планета. Гармония. Прости, приятель. Тебе конец. Сильное повреждение корпуса.
искажающее орудие переходит на этап 3. Вычисление искажающей проекции. Дружище, тебе конец. Спокойной ночи, урод. Элементарные повреждения. Опасность. Тебе почти конец. Самое время для последних слов. Внимание! Реактор нестабилен. Требуется батарея на замену. Я окажу тебе честь. Тебя ждет смерть героя. Сильное повреждение корпуса. Готовься ко встрече с Творцом, сэр. Ядро активировано. Что-то за занозу в заднице. Посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающее орудие переходит на этап 4. Импульс кольца 97%. Опасность. Чрезмерные повреждения. Опасность. Куда собрался? Инжектор ковчега загружен. Выходим на этап 1. Чрезмерные повреждения. Опасно. Нет, что-то не так! От ядра лазера не сбежишься. Замечен титан. Инжектор ковчега загружен. Выходим на этап 1. Повреждение корпуса. От ядра лазера. Титан врага уничтожен. Внимание! Реактор нестабилен. Требуется батарея на замену. Прошла этап 2. Координаты заданы. Система Трифон. Целевая планета. Гармония.
Поздравляю, ты наконец нашел нужную кнопку. Хорошо, готова продолжить. Искажающий оружие. Прости, приятель, тебе конец. Числы не искривляющие проекции. Внимание, реактор нестабилен. Требуется батарея на замену. Чрезмерные повреждения. Закончится, я залочусь. Пока, тварь мелкая. Только я. Спокойной ночи, урод. Ядро лазера готово. Неплохо, но с такими успехами тебе долго не протянуть. Что-то ты за ногу в заднице. Уже посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающее орудие переходит на этап 4. Импульс кольца 97%. Ковчега загружен. Выходим на этап 1. От ядра лазера не спешит сюда. Сильное повреждение образа. Титан врага уничтожен. Покончим с тобой, я залочусь. Пусковой подготовки искажающего оружия прошла этап 2. Координаты заданы. Система Фрипорт. Целевая планета. Гармония. Хорошо. Готова продолжить. Чрезмерные повреждения. Опасность. Искажающее оружие переходит на этап 3. Вычисление искривляющей тайны. Побыстро будет! Прости, приятель, тебе конец. Титан врага уничтожен. Ядро лазера готово. Поздравляю, ты наконец нашел нужную кнопку. Пока что ты за занозу в заднице. Посмотрим, как ты справишься с этим. Искажающее оружие переходит на этап 4. Импульс кольца 97%. Повреждение. Опасность.
Внимание! Ожидаемая энергия обратной волны достигает летального порога. Всем сотрудникам немедленно покинуть зал. Разрушение электромеханических устройств для части данных будет значительным. Хорошая попытка. Неужели по этому уроду стреляю только я? Садите уже пулю в башку этому недоумку. Хорошая попытка, но со мной так просто не справиться. Неужели по этому уроду стреляю только я? Ядро лазера готово. Ядро активировано. Меня не убьет какое-то недоразумение вместо пилота. Пусковая подготовка искажающего оружия совершенно выгружается как все. Купер, эта волна перегрузила мои ключевые внутренние системы. Попытка восстановления зрительной системы. Зрительная система восстановлена. Согласно моему мама, единственный вариант здесь. Внимание! Обнаружен титан врага. Врага. Повезло тебе, герой. Убивать тебя не буду. За спасибо не работаю. Но и тебе меня убить не удастся. На, заслужил, да? Близ, титан класса «Авангард» все еще здесь. Мне плевать, Мардер. Надо было это особо обговорить. Меня другие богатые клиенты ждут. Что ты делаешь? Вы что вообще делаете? Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Единственный вариант. Здесь бросок. Для пожалуйста, требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. Надо двигаться, Купер. Мое ядро стабильно. Не знаю, сколько у нас времени. Искажающее орудие перешло в конечную фазу с использованием ковчега. У нас кончается время. Идемте, Купер. Требуется ваша поддержка. Система автонавигации. Отведите меня в узел инжектора. Надо сделать это вместе. Надо двигаться, Купер. Мое ядро стабильно. Не знаю, сколько у нас времени. Искажающее орудие перешло в конечную фазу с использованием ковчега. У нас кончается время. Идемте, Купер. Лети, Купер. Наши наземные силы не успевают вовремя. Вам надо придумать, как уничтожить искажающее орудие изнутри. Другого выхода нет.
Командир Брикс, у меня есть план. В открытом состоянии моё ядерное реактор сможет дестабилизировать капсулу. Запрыгивай в огне. Что ты говоришь? Мы можем отправить его. Отправляю координаты в сбор десанта. Координаты получены. Мы там будем, но не понимаю, как ты справишься. Доверяюсь, я был расчет. Да, надеюсь. Мы движемся. Удачи обоим. Брик, готовь. Мы выберемся отсюда, Бити. Рассчитываю. Директива номер 3. Защищать пилота. Что ты делаешь? Доверьтесь мне. Бити! Купер, потерян сигнал Бити. Ведь немного осталось. Купер, отмечаю координаты у тебя на дисплее. Возможно, точка эвакуации будет в воздухе. К поверхности нам никак. Если уж я долечу через этот сельмоворот, будь добр, сынок, не опаздывай. Пилот, вперед! Отслеживаю тебя, двигайся. Отсюда! Держись!
Пилот Хупер. Многие люди обязаны вам жизнью. Вам с Бити. Вам с Бити. Баркер, летим на гармонию. Домой. Будет сделано. Девятый флот. Это командование гармонии. Добро пожаловать домой. Разрушение Тифона спасло планету Гармония. Для ополчения это планета-штаб. Но еще для миллионов людей это дом. Командир Брикс говорит, что меня примут в мародеры и снабдят новым титаном после очистки нейронных привязок к Бити. Не знаю, что при этом чувствуешь, когда тебе назначают нового титана. Мне старый нравился. Это был пилот Джек Купер. Отключаюсь.
Ты там? Перезаряжаю. Мы сократим разрыв. Не терять надежду! Хотят догнать нас в угол! Юкинг-Кип! Замечен вражеский титан! Thank you.
пилот, покажи, что умеешь. Зовите в любое время, пилот. Заканчивай.